двоих можно. Это не капкомская игра. А, нет, да, ты ист. Вот этот план. Секс-машина. Шлюх-машина, в смысле. О! А можно за девочку? Че? Секундочку. Секундочку, уточнить момент хочу. Я нажал вправо, и что-то началось. The Act Team. Data East Act Team. Ну-ка еще раз. Ну, с капкомовский вот этот ракурс. Сверху вниз опускается все. Что-то забыл совершенно, что это Data East. Ну, это, скорее всего, сложная игра будет. Data East легких игр не делает. Если я влево нажму, что-то изменится? Нет. Ну, видимо, да, на двоих только она доступна. Слад. Так, а у тебя на все кнопки, что ли? Понятно. А что ты еще умеешь делать? Например, ей блоки ломать. Ладно. Это ты умеешь, хорошо. Так, что за птеродактиль, почему он его мучает? Че, куда меня понес? Да я и говорю, опять однорукий бандит тут. О! Ванеп, кажется. Да, ванеп. Ни хрена я место нашел. Ядрить. Вот в каждой игре бы такое было. Зашел. Я уж 3 жизни взял. Бесконечность не предел. Сначала выкинула? Или мы продолжаем? Нет, мы продолжаем. То есть кристальчики надо собирать. Бэм! Чего? Птеродоктиль. На-ка. А в этой машине вообще что-то можно выиграть? Ага. То есть... Если мы сейчас еще одну такую соберем, что-то будет, да? Это не лаван? Есть курить. Хрена себе. Так я и говорю. Вторая игра за сегодня. И у нее есть слот-машина.
странно. Так, ну у нас всего 2 хп. Чё на это все. А чё ж будет, если мы соберем 3? Ой, да падай, да. Не важно. One up. Пардон, 3 ванапа. Или 4? Сколько дали? Так, давай не будем с тобой драться, просто уйдем. Ну, пока вроде ничего. Что это было? Не совсем понял, что мне это дает. Высокий прыг. Что-то дает, видимо. Интересно, что на врагов можно вставать. Оба. Беги, беги. Так. Так, а оно кончается. А, я понял, как это работает, окей. Типа это 3 дополнительных хп. Плюс высокий прыжок. Хорошо. Платформу вернись по-братски. Очень хочешь, чтобы ты вернул. Спасибо. Здесь ничего собирать не нужно в этой игре. Чтоб так обязалка, чтоб была. А я допрыгнул? Так. Ага. Прям Флинстоун начались. Если это типа за один посчитался. Потрясающе. Это макак? Не надо. Это макака? Да. Конфетка. Зря. Зря говоришь. Лучше не надо. Тихо, тихо.
тира. Земля. Так, ждем. Чего? Не надо. Я не допрыгну. Ну ладно. Ну, такая более-менее спокойная игра. По сравнению с предыдущей. Все каждые 2 секунды убивали. Здесь хотя бы хп есть. Чего? Что? О, нет. Хорошо, неспокойная игра. Неспокойная игра. Твою мать. Я не макак. Мадафакин Тирекс. Ууу, сика. Да это что, Джой Мак сейчас будет, что ли? Ты кто? Да это реально Джой Мак. Так, что ты делаешь, скажи сразу. А, зашибись. Прикольно. Так, надо проверить, работает ли машина. Маки была такая машина, короче, если стоять близко, то ничего, в принципе, и не случится где-нибудь вот тут. Сейчас надо понять, куда бить. А, заживись. То есть... Классно. Окей. Мадафакин Тирекс, хочешь по-плохому. Сохранялось бы, что ли, после смерти. А ты что-то как-то это... Нафиг они нужны, если они эти кристаллы пропадают. Так, мой вариант. Стрелячь. И как мне тебя бить? Как его вообще бить-то, не пойму. У него хитбокс какой-то. За километр, короче. Сраки постоянно респаунятся. Как это делать? Я реально боюсь к ним подходить.
хорошо. Попал. Один раз попал. Чё? Вы бить умеете? А когда вы собирались мне об этом сказать? Ну, кроме как сейчас. Надо понять, как пацанов кидать. Сказал я вслух и понял, что это звучит странно. Прямо как обнимать охранников. Как вообще... Ой, господи, завали. Какие еще теодорчики, Рекс? Че несешь? Так, окей. Так это работает, хорошо. Даже дважды можно задамажить его. Окей, отлично. Бум. Блин, ну я же... Да чё ты не... Алло. Да почему? Ты что? У, сука. Тамака, у, сука. По одному давайте заходите. Ну что... Он что, сейчас показал жопу в экран? Да, лол. Да, блин! Мне нужно как минимум еще 3 раза ударить. Он реально жопу показывает в экран. Шмурок. Да почему ты не... Что? Как это работает? Так, нет, рискованно слишком. Давай. Да почему? Пипец. Я не понимаю, как это работает. Да толкни ты его! Как это раньше работало? Может, это какой-то спин-офф Джоя Мака? Уж больно похоже на Джоя Мака, если честно. Да, блядь, вы можете... Можете в жопу пойти. Я тебе даже покажу, куда. Ты издеваешься? Может, вы по одному будете ходить? Я не буду, блин, рисковать так. Я не буду рисковать, иди в задницу. Да почему? Ладно, задамажу. Отлично.
Я не понимаю реально, как это работает. Вообще не понял, как это работает. Ну, короче, это как-то срабатывает периодически, не знаю. Надо понять, как это работает. Так, мы зашли в динозавра. В кишечник к нему. Так, и что? Вверх? Почти. Так, я чувствую, у нас сейчас это глаза уплывут, да? Добро пожаловать на мыльную территорию. Что такое, босс? Что ты делаешь? Не надо так делать, сучок. Да иди ты еще в пень, слышь, блять, говно. Чего, ну я ударил? Блин, я не понимаю, как работает удар здесь. Вот, серьезно, что-то бред какой-то. Ты делаешь прыжок... Ну, ты делаешь прыжок вот этот, и удар не работает. Но иногда он работает. Я... Что? Какое-то странное управление в этой игре. Я ударил тебя, пес сраный. Я ударил тебя еще раз, игра. Ну. Хорошо. Ты иди нах, пес сраный. Хорошо, вот это, кстати, тоже вариант. Хитбоксы 10 из 10 просто. Блин, а ведь было 10 жизней. Как грустно. Ничего, лучше сюда залезать, что ли? Ошибись.
Не слишком до хера хп это. Эй, ну. Здрасте. Это что за атака? Первый раз ее вижу. Сум умудрился меня раз 6 или 7 убить, и ни разу не использует эту атаку. Магия какая-то. Ну, что ты будешь это? Вот ждал, стоял. Почему я не попал сейчас? Окей. Окей. Кувырок дамажит? А что, сразу нельзя было сказать, что кувырок дамажит? Я, может, динозавр так убил этим кувырком? Ну, это нечестно. Игра-то упоротая. Игра-то упоротая. Какой ночь, блохинатор? Че за хрень происходит? Может, жизни дадите? А то что-то с двумя как-то не очень. Мыло, мыло. Мыло. Фу, блин, заново начну. Хрен с тобой. Да ч, как, блин, это работает? Пожалуйста, эту звезду постоянно. Вот. И не будет у нас с тобой проблем. Я в истерике сейчас буду сидеть тут. Нахер тебя. Ты что, издеваешься, что ли? Вот он реально раньше этого вообще не делал. Теперь он делает чуть ли не каждую атаку. Чё за бред? Может, это так и работает, типа? Смотри. Окей. Шар. Блять, ты серьезно? Чувак.
Окей. Какой-то рандом. Не делай так. Фух. Две штуки. Даже. Виляние жопкой. Виляние жопкой. Ей. Так, подругу спасли. Ну и что это значит? Типа мы за нее играть будем, что ли? Это что? Это что еще за типы? Типа боссы, что ли? Так, 4 мира. Угу. А как выбирать-то? Ага. Угу. По очереди давай что. А ХП не дать мне? Нет? Ой-ой. Ой-е. Красная хрень, она... Чё ты там трёшься-то? Если я макак, эта красная хрень мне хп дает. Блин, а это двигается или нет, не пойму. Он такой однотипный, ни хера непонятно. Да лол. Уровень. Единственное, где пароль? Вот меня что интересует. Пещера? А, нет. Я не буду это брать. Отстань, и это брать не буду. Че за флинстоун-то начались? Фарш! В смысле? Ладно, это возьму. Я хз. О-о. Отойди! Блэд! Блэд! А чё так быстро-то? Это чё, флинстоуны, что ли, реально? Раскатало меня, блин, тут. О-о. Нет, 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 нет! О-о-о-о-о, тихо.
Так, это не берем. Нет, берем. Чё? Да, надо было взять. Хотя хер знает. Я бы не выжил, возможно. А чё, как успеть-то? Это же невозможно успеть. Чё за бред-то? То есть ты мне предлагаешь вообще бежать, ничего не трогать? Интересно. Блин, серьезно? Бегать ты, конечно, не умеешь, да? Да пошла нахер игра! Вовремя, блин. Ну, конечно. Хотел сказать, а лава будет подниматься? Они по-любому хотели это сделать, я тебе отвечаю. Чтобы лава поднималась. Но что-то в последний момент передумали, видимо. Ноль жизни. Ты кто? Здорово. Спасибо. Что это? Ёб твою мать. Труп. Потрясающе. Потрясающе. Остается один конт запасной. Ну хотя бы не с самого начала. Это неплохо. А чем здесь птеродактиль? А это не птеродактиль, это же этот. Ты умеешь бегать или что? Да нет, вроде. Да ну. Блин, эту хрень надо брать. Видимо, не в этой жизни. Да, блядь, ты что делаешь-то, алё? Чё за бред? Как это? Что? Помнится, была платформа! Опа! А сделаем такой же уровень, как в прошлый раз, чтобы тут одни звезды были, да? Давай. Будет прикольно, я думаю. Уе. Yep. А туда попасть можно? Да ты угораешь, что, серьезно? И как? И назад нельзя? Чё? Да и нах тогда мне такой этот бонус. Прыгнем на голову, слышь, бро. Спасибо. Вообще выручили. Ну, правда, я половину уже не возьму. Ибо игра уже затроллила, спасибо. Так, я надеюсь, там эта штука осталась в начале уровня. Осталось. Да, высоким прыжком будем делать. Да, блядь, ты серьезно? А как это делать-то? Да ну это ж чушь какая-то. Это какая-то чушь. Как это делать? Ссаный датаист, ты что творишь-то?
Да откуда мне знать, куда прыгать-то можно, а куда нельзя? Игра, ну ты, блядь, прикалываешься. Где-то бред полный. Прям херня какая-то. Чего? Бежать он не может. Можешь бежать? Серьезно? Зашибись. Здорово. Классный уровень. Отвечаю. Прям огонь. Птеродактиль заново не появится сейчас. То есть можно бежать. Птеродактиль не появится. Это бред полный. Да ну это невозможно. Что за... Зачем бы так... Что? Зачем мы сделали такой уровень? Какая чушь. Блять, серьезно? Я охреневаю. Ну а как? Игра 10 из 10. Мальчик, звезда, корона. Сейчас можно зарисовать как-то. На всякий случай. А как я это зарисую? Художник. Цепим кейму, вергерму. Чё ты делаешь? Какой, блядь, начать заново? Иди в жопу, слышь, алло. Дамс. Скажу я тебе. Начиналось как детский лепет, а продолжилось как просто дичь какая-то. Лютая. Ну, можно? Ты. Ну, откуда пароль? Зачем здесь 100-500 раз один и тот же экран? Вот это мне вообще непонятно. Мы выбираем мир, выбираем уровень. Зачем нам выбирать уровень? Ой, зря! Просто беги. Интересно, что выход был где-то не там. Окей. Заходи. Руб. То бишь, тут есть вариант ускориться. Теперь мы это знаем. Thank you.
Да могу я просто дальше пойти? Ну, окей. Тупорум. Пока что вот этот самый сложный уровень был из всех, что здесь есть. Блин, это серьезно. Блять, ну ты будешь бежать-то или нет? Серьезно, ну ты чё бесишь-то? Ну он реально, он не бегает. Он проваливается сквозь платформы эти. В смысле ты не допрыгнул? Ты гонишь? Так, здесь просто бежим. Здесь три. Да вот, блять, конечно. Ну а как тут иначе-то? Тут надо бежать по-любому. Тут по-другому не получится. Почему ты не допрыгиваешь? Ты до этого допрыгивал. В чем проблема-то? Блин, какой-то. Ну конечно, да, давай меня ты дамажить будешь, блядь. Охуенно. Огонь. Просто огонь. Инскон. Окей. Ну как мне в левую половину попасть этой лабуды? Ну, давай, расскажи мне. Можно я вправо? Угу, спасибо. Это какая-то херовая идея. Нам нужен вот этот бандит. Давай, бандит! Ху-ху. Спасибо. Так, тут в центре ванап лежит. Класс. Ваня? Ну ладно, хоть что-то. Ну окей. 5 жизней. Плохо. Сколько дали-то? 3? Что ли, жизни? А есть скипы какие-нибудь тут? Ну или выход с уровня там, да. Выйти с уровня, зайти заново и нафармить этих. Блять, ну ты чё, серьезно, игра? Ну это бред полный. Просто бред сивой кобылы. Да конечно, блин! Да ну это чушь! Ну реально чушь! Это... как это пройти? Меня реально... я не могу. Я тупо не успеваю. Блять, ну конечно. Я тупо не успеваю же... либо падаю. Как мы это спрограммировали так, что это говно получилось? 3-4. Блять, ну серьезно, ты, блять, заебала игра, ну бесишь. Как это пройти?
все, ёпта, привет, блядь. Это невозможно пройти. Я не могу это пройти, я не знаю, как это пройти. Это не проходится тупо. Насколько надо быть профи в этой игре, чтобы пройти? Да ну, блядь, иди в пизду, игра, ну, камон! Какого хера? Да, ничего это. Ты бы еще 2 часа спустя написал бы это. Чек, уже ушел минут 15. Да ну, блять, ну. Да ну это чушь. Сходил. Серьезно. Нет, серьезно, игра. Что? Даже не знаю, что дальше-то. Даже если я сейчас это пройду. Я реально, я не в курсе, что дальше. Да, заебись, что. А еще быстрее платформу можно было сделать, чтобы исчезали-то? А то что-то как-то медленно. Белет. Да уровень вообще 10 из 10. Просто топ. Знаешь, в чем прикол? Это второй уровень. Ну, то есть мир второй только. Даже мучиться не буду. Блин, что ты делаешь-то? Thank you.
Я тебе говорил про лаву. А вот и она. А я думал, ее тут нет. А она тут есть. А, блядь. Поехали, чё. Да ну серьезно, что ли? Беги. Да не, просто я до этого до сюда дошел. И произошла какая-то странная херня. То есть я поднялся наверх и вышел с уровня. Просто задался вопросом, что типа это, а что, лавы не будет? Просто она там внизу была, и как бы подъем наверх, и все, и конец уровня. Ну как-то странно, знаешь. Обычно в таких местах бывает лава. Чё там идешь, нет? Что-то я не понял, чё он. Ты должен меня наверх подсадить. Что? Окей. А что, ванапа не будет? В смысле? О, ванап появился. Мне что-то показалось, или его не было? Так, не убейте меня. Не, ну нельзя так, ну блять, ну нельзя так уровни делать. Конфетка. Ну нельзя так уровни делать, чтобы у тебя типа одна ошибка и все. А, ну это самое дальнее, что дошел. И то понизу было. Я даже хз, я делаю ошибку или нет? Потому что, ну... Сейчас была ошибка, да. Ну это чушь какая. Прям ересь. Бред, блять, полный. Ну чего? Просто один дамаг тебя станет это, и ты падаешь в пропасть. Тут нельзя дамажиться просто. Блять, что? Да иди ты нахер. В смысле? Мысль.
да что? Ну, блядь, ну перестань ты, ёб твою медь. Ну кто так, блядь, платформу ставит? Ну что? Ну что? Ну чего? Ну, так нельзя. Пиздец. Что? Ну, вот что. Десять из десяти, блин, просто. Блядь. Беги, пожалуйста. Всем все бегу, чтобы вот здесь запрыгнуть. Но никогда не получается. Потому что игра... сделана как хрень полная. Завтра что, пятница? Здесь что, завтра мы это играть не будем, да? Да ну это, блядь, что? Ну что это? Ну реально нельзя дамажиться здесь вообще никак. Кто, блин, придумал этот уровень? Блядь, серьезно, что ли? Все, привет. Могли бы уж и бесконечно сделать конты. Какая нахер разница? Тут уровни, блин. Предыдущие идут по 2 секунды. Иди нахуй, ну то ты чё, ты би... Вот что? Ссаный птеродактиль. Да я ударил, ну! Ох ты, ёпта. Да ладно, я прошел уровень. На последней жизни. Хоба! Но это еще не значит, что мы прошли мир. Это еще не значит, что нам дадут пароль. Что нужно еще вот это пройти? Ниндзя? Ох, ёрт. Вот за это спасибо. А можно я спрыгну? Спрыгну. Исчезал, ты не понял. Зашибись. Так, ну ладно, хоть ванап дали. Так, мне
на самом деле мучает другая херня. Что все-таки тут-то? Да ну троллишь что ли? Что вы тут сныкали? Как я и думал. Два ванапа. Пусти. А они тут все время падают? Мне что-то кажется, что я... Блин. Мне кажется, что я... Справость-то... Где-то, короче, я шел и... Сбивал ящик. Ха. Ну шо? Фарм жизни? Одну теряю, две нахожу. Ой. Твою мать. Найс, найс, найс. Отломается вообще. О чем я? Мы в дерьме. Да не, нормально. Конфетка. Да ничего. Ты грань-то не пересекай. Это что-то перебор. Ну, ванап дали. И зачем мне это? Еще два ванапа. С три звезды это два ванапа. Окей. Найс. Живи, блять. Ну теперь точно не получится. А может и получится. Кто знает. Короче, подходим к нему вплотную. Попал? Как попал? Попал? Да как попал? Попал опять ты? Как ты в меня вечно попадаешь? Я соблюдаю дистанцию, что ли? Это потому что я макака? Найс. Вот это обидно было сейчас. Просто жизнь улетела. Это макаки. Танец зёбки. Ладно, этот уровень мы прошли. Не может не радовать. Минус мир.
Я надеюсь, сохранение какое-то будет. Ну, там паролевое какое-нибудь, ну. Ну и сюда. Так. Давай сделаем перифу.